We're late, late, late. We have 20, maximum 22 minutes for your royal fitting. And then it's move, move, move to your speech at the Historical Society. After that we have to rush, and I mean rush. И всем привет, поняши! Вы на канале NLP Daisy Marcellis. Меня зовут Мила, и я безумно рада приветствовать вас в своем новом ролике. Господи, как же давно мы с вами не разговаривали. Я так по вам соскучилась. Я безумно давно хотела записать для вас чисто разговорное видео, где мы с вами поболтаем на самые разные темы. Хотела, чтобы рубрика Ask Daisy развивалась дальше вот, ну, в таком плане, что не будет какого-то ограниченного времени для видео, потому что довольно часто сейчас, как вы, наверное, заметили, если не заметили, подпишитесь на канал и следите за этим, то все мои ролики выходят по 7-9 минут. Потому что я понимаю, что если ролик идет больше, чем 10 по времени, то людям не всегда хочется тратить столько времени из своей жизни, им становится скучно, они просто уходят. Но сегодня я позволю себе поболтать так долго, как я хочу. Я налила себе литровую чашку чая, я взяла себе булочку и предлагаю вам тоже запастись чем-нибудь вкусненьким, потому что сегодня у нас будет рубрика Ask Daisy. Я буду отвечать на ваши вопросы, которые вы мне задавали под последними моими роликами. В том числе было очень много вопросов по поводу моего колледжа и места обучения на сегодняшний момент времени. И если вы хотите видеть новую часть Ask Daisy или больше подобных роликов, то обязательно пишите свои вопросы и предложения в комментарии. Но я сейчас уже пошла искать первые вопросики для того, чтобы на них ответить. Я очень извиняюсь, ребят, если данное видео выйдет довольно большим и протяженным, но я хочу с вами нормально поговорить, тем более, что сейчас с роликами, как вы уже поняли, довольно туговато. У нас с вами есть, кстати, я не забыла сказать, всего лишь 19 минут, чтобы поболтать. Так, ну вот, я вижу уже первые вопросы, на которые я еще не ответила. Они у нас от Бронила Шоу, часто комментируют мои видео, спасибо большое, я люблю таких людей. И первые вопросики. Сколько тебе лет? Сейчас мне 16 лет, но уже 26 декабря мне исполнится 17. У тебя есть минисы? Если ты имеешь в виду именно Equestria Girls Minis, то да, у меня есть Derpy Hooves из Equestria Girls Minis, но сейчас я планирую сплавить ее Максиму Котлярову, Котлярову, не помню, потому что мы запланировали обмен. Вопрос, который мне задают часто, и я уже устала на самом деле на него отвечать. Будет ли сериал? Нет, ребят, сериала не будет на моем канале в ближайшие лет так 3 точно, потому что я на самом деле ненавижу, когда сериалы снимают неподготовленно. А чаще всего сейчас пони-блогеры именно это и делают. Озвучивают парней женским голосом, подготавливают фигурки так, словно реально просто вот в попыхах решили создать сериал, потому что появился тренд. Подстригли быстренько свою Rainbow Dash, даже не стерли ей ресницы, и все. Очень часто бывает такое, что люди вообще не прописывают сценарий, нет никакой смысловой нагрузки. И, естественно, я не хочу, чтобы у меня вышло что-то подобное. Я не боюсь неудачи, я просто не хочу. Ну, это будет очень проблематично. Спасибо большое за вопросики, и мы сейчас перейдем уже к следующему, потому что это были все. Так, я начинаю открывать булочку, и следующие вопросы у нас от Элла ТВ. Можно снова задать вопросы. Ребят, вопросы можно задавать сколько вы хотите, на них нет лимита. Итак, первый вопрос, интересный вопрос, я не хочу читать вопросы по поводу клубника или яблоки. Инстаграм или ВК? Наверное, все-таки Инстаграм, потому что ВКонтакте меня в последнее время очень сильно разочаровывает. В нем, правда, стало скорее просто больше моментов, когда с людей просто снимают деньги. Если вы сейчас в курсе, то появился типа мини-тикток, но только в Инстаграм. И там первое вот какое-то количество времени ты смотришь это видео бесплатно, а потом тебе нужно подписаться. На музыку нужно подписаться, на какие-то дополнительные условия тоже нужно подписаться. Я считаю, что ВКонтакте сейчас просто дерет деньги за все, что только можно. Поэтому Инстаграм однозначно. Чем ли увлекаешься, кроме пони? Раньше я ходила в художественную школу. Проходила в нее, наверное, года два.
Потом в связи с учебой в средних классах мне пришлось ее оставить. Вот, и так, в принципе, я занимаюсь созданием вещей своими руками. Я часто делаю что-то своими руками. Сейчас еще начинаю увлекаться снова рисованием, но уже в желаемой для меня технике. В принципе, я не могу сказать, что сейчас я чем-то еще увлекаюсь помимо пони. Ну, хорошо, могу сказать, что я сейчас до сих пор коллекционирую кукол, определенных кукол, не только уже Monster High или Ever After High, а уже абсолютно любых. Ну, то есть, которые мне понравятся, тех и покупаю. Были пони, которым обрезала гриву. Конечно, у меня минимум 10, наверное, пони-парней, которые задуманы изначально как парни-жеребцы, ну, неважно, да. И плюс еще довольно часто я переделывала... Честер де Фредер, если кто-то в курсе вообще, кто это такой. Потому что первое время я делала его на бескрылом теле Rainbow Dash, но потом мне это не понравилось, я переделывала. Ну и в общем, да, у меня достаточно много пони с подстриженной гривой, но есть те пони, которым стригла гриву не я, и надо об этом упомянуть. Например, хвост моей Флиттерхарт. Он, кстати, по ней очень скучает. Хвост, если ты найдешься, напиши мне. Как посоветуешь лечить мочалку у пони без утюжка? Это достаточно трудный вопрос, потому что я посоветую вам как можно чаще расчесывать волосы расческой, той, которая именно вычесывает колтуны, но не рвать волосы, и все-таки стараться найти способ исправить их именно утюжком, потому что ничем другим я не могу посоветовать, потому что не пробовала, и советую не портить просто своих пони какими-то экспериментами. Где делаешь обложки? Свои обложки я делаю в Photoshop CS6. Если что, я буду останавливать видео, когда я буду жевать, потому что, мне кажется, не всем будет приятно слушать мои жужжов. Новенькие вопросики у нас уже от другого видео. Итак, LP Tender Life задает мне вопросики. Есть ли у меня Star Zero? Нет, нету, но я надеюсь, то, что в итоге одного обмена, который у меня планируется, она у меня все-таки появится, потому что просто так тратить на нее деньги я не очень хочу. Где живешь? Тебе сказать адрес прямо с квартирой? Ты ко мне в гости хочешь прийти? Ну, я живу в Санкт-Петербурге, это все, что я могу тебе сказать. Давай дружить. Не задавайте мне таких вопросов. Я на них не отвечаю, потому что я не соглашаюсь дружить. Где ты покупала редких пони? Да везде, начиная от каких-то блошиных рынков и заканчивая местами, где люди специализируются на продаже редких пони. Нравится мой канал? Что за пиар? Ребята, вы серьезно будете думать, то, что я реально захожу на каналы людей, которые прям практически выпрашивают какие-то взаимоотношения с ними? Я никого сейчас не пытаюсь обидеть или оскорбить, но... Просто понимайте, что я не буду дружить с каждым из первых встречных, но это же не дружба, это взаимные подписки. От MP Diamond Pearl. Есть ли у тебя брат или сестра? Старший сводный брат, есть младший двоюродный брат, еще младший троюродный и есть троюродная сестра, которая буквально на несколько месяцев старше меня. До Дейзи, кого ты хотела сделать главой канала? Сначала это должна была быть Crimson Curly, это моя Оска. Если я найду где-нибудь ее фотографии, я обязательно вставлю. Я сейчас не хочу ее доставать, она лежит очень далеко. Но да, она изначально планировалась как Ос моего канала. И пока что я менять Дейзи ни на кого не хочу, но Crimson Curly как запасной вариант, это точно. И следующие вопросики от Брони Флати Лав. Вопросики для следующего Ask Daisy. Какая для тебя самая красивая крылатка, помимо Дейзи? Ну, наверное, надо сказать, что Дейзи у меня не самая красивая крылатка. Самая красивая крылатка для меня, наверное, Флаттершай, потому что она, наверное, та пони, у которой наиболее лучше проработан вот этот вот образ для коллекции Glimmerwings. Хотела бы ты каких-нибудь пони из старых или новых поколений? Если да, то каких? Я хочу себе из G4.5, хочу себе Коко Памель, Мод Пай, Бон Бон, Дёрпи и Спитфайр, не против еще. Но эти пони реально на втором плане, только если максимум кто-нибудь подарит или на опрашке встречу. Вот.
Любишь ли ты куклы Monster High или же Ever After High? Я их просто обожаю. У меня есть моя любимая кукла. Это Cedar Wood из Ever After High. Ой, еще я вру. У меня есть любимая кукла. Это Cerise Hood из Ever After High. Но я очень люблю и Monster High, и Ever After High. Сейчас у меня есть желаемые куклы в этих коллекциях. Вот, поэтому да, я очень люблю этих кукол. В следующем один вопросик от Rosie Star. У меня один вопрос. Хотела бы ты сделать полностью переделанный ак? И если сделала, то хотя бы сделать еще? У меня не было полностью переделанных ааков, именно каких-то от других людей, но я хочу сказать, что да, я хочу себе оак, и с большей долей вероятности это будет полностью идентичная копия Дейзи в моей голове, потому что все-таки с фигуркой Daisy Dreams из MLP фандома, здесь из MLP, она, ну, все-таки есть какие-то неточности. Вот, это, в принципе, пока что все, что я хотела бы. Вопросик от Санти или Синти. Вопросик. На что ставишь телефон во время съемки? Конкретно сейчас мой телефон стоит на двух моих ежедневниках, один из которых пушистый в виде сердечка, чтобы телефон не упал. Следующий вопросик у меня от Бронилы Шоу, но она уже подписала эти вопросики под новыми видео. Ого, ты студент? А на кого учишься? И ты 11 классов закончила? Да, я сейчас являюсь студентом колледжа, представляете? Я учусь на художника по костюму. Это специалист, который придумывает одежду, образы, воплощает какую-то задумку в виде, ну, в реальной жизни в виде одежды. Нет, я не закончила 11 классов, я ушла после 9-го. И на данный момент времени хочу сказать, что не жалею в своем решении. Много вопросиков от Милли Кей. Приветик, можно пару вопросов? Где монтируешь? Я монтирую в Sony Vegas Pro 13. Какой у тебя телефон? Samsung Galaxy J5 2016 года. На кого учишься? На художника по костюму. Как относишься к MLP LifeFilm? Положительно, полностью уважаю данного человека. Кого считаешь первооткрывателем MLP YouTube? Если считать из тех, кого я знаю, то и признаю первооткрывателями YouTube, то это, конечно же, Бронька, MLP Brony Channel, MLP Shine Lights, люблю, целую, обожаю, MLP LifeFilm, ну и еще, скорее всего, Брони Лавер, потому что это тоже довольно старый человечек, Винтер Фокс, Плунка, ну и еще, конечно, пару людей. Не буду сейчас называть всех, потому что всех не помню, но не обижайтесь, если я вас не назвала. Где сделать обои для канала? Ну, обои для канала вообще я лично делала по обычному шаблону для своего фотошопа, просто посмотрела видео урок одного канала и просто сделала себе обложку. Но вообще обложка, которую вы видите сейчас, моего канала, она сделана на заказ, когда я просто встретила человека, который может мне это сделать, и он сказал, что да, хорошо, я сделаю. Почему поняшь нежелательно хранить на подоконнике? Куда в таком случае их выставлять? На подоконнике пони нельзя хранить ни в коем случае, если вы живете в солнечной стране или если ваши окна выходят на солнечную сторону. Пони выжигаются, выгорают, их цвета становятся блеклыми от солнца. Ну и, конечно же, я не думаю, что вы захотите взяться за свою пони после дня пекла и обжечься в нее. Куда в таком случае их выставлять? Например, сейчас в моей комнате планируется отдельный стеклянный стеллаж для моих пони и кукол, и как только он появится, я из коробочек плавно перемещу их в него. Заранее спасибо за ответ. Пожалуйста. И вопросик для небольшой нашей беседки. А вообще было бы интересно посмотреть видео про колледж. Хочется узнать, сколько обмороков мне предстоит, типа подготовиться. Ну и хотелось бы узнать, по какому направлению ты идешь. Опять-таки, художник по костюму. И хочу сказать, ребята, что просто ваше успокоение. Поступить в колледж намного проще, чем вам кажется. Я, господи, сколько я нервничала, когда думала, что реально не поступлю. Мне казалось, что колледж — это просто место, куда тебе невозможно попасть, как реально бюджет на медика или там на юриста. Но нет, это все намного проще, поступить, правда, очень легко.
Но, безусловно, есть огромное количество отрицательных моментов, и я не могу не сказать об этом. Опять-таки, скорее всего, я расскажу это вам отдельным роликом про колледж, чтобы не сильно внедрять это в рубрику «Ask Daisy». Но, тем не менее, подготовиться лучше морально, желательно найти вторую половинку к поступлению в колледж, и причем найти либо вторую половинку, либо друга, который всегда сможет тебя поддержать, всегда приедет, всегда поможет. Потому что у меня, я не буду врать, было действительно пару моментов, когда я приходила домой, у меня кружилась голова, и я ничего не могла делать, пока ко мне не приезжали люди, которые мне могли помочь. Ну что же, ребята, это были все вопросики, которые я нашла сейчас в комментариях под своими видео. Если у вас есть новые вопросы, пожалуйста, теперь я попрошу вас писать их в комментариях и обязательно прикреплять хэштег в начале своего комментария для Ask Daisy. То есть просто в комментариях, перед тем, как написать свой вопрос, напишите для Ask Daisy. Я перейду по данным хэштегам, чтобы мне было просто проще найти новые вопросы. Я вас очень сильно люблю. Желаю вам дальнейших успехов. Я знаю, что скоро у детей в школах каникулы. Вот. И я надеюсь, то, что вы отдохнете немножечко. Ну, а я снова пошла, наверное, на неделю точно молчания. Мне действительно жаль, то, что не вышло видео на прошлой неделе, но, поверьте, я просто физически не могла его для вас записать. Я вас очень сильно люблю. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал, на мой Инстаграм. Я часто активна в Инстаграме. И всем пока-пока! I close my eyes and feel myself fly a thousand miles away. I could take flight, but would it be right? My conscience tells me stay. I'll remain forever royal, I'll repay my parents' debt. Duty means doing the things your heart may well regret. But I'll never stop believing she can never stop my schemes. There's more to living than gloves and gowns and threads.